Всем привет, ребят. Ну, очередной Коля, и все больше и больше аккаунтов. Сейчас у нас будет участвовать 4 аккаунта. Будем ролить сразу 4. По очереди, конечно же, вы пишите в комментах, возможно, есть какие-то у вас интересные идеи, будем их рассматривать. Аккаунтов на роллинг очень много, поэтому я решил немножко время скоротать, потому что мне тут на 2 суток хватит аккаунтов. Так, ну что, победитель, скажем так, кому хуже всего упадет, тот получит коня. То есть, я не знаю, посмотрим, когда будет что-то нормальное на рынке, тогда мы уже определимся. Так, первый у нас аккаунт моего подписчика Павла. Мы зашли на него последним. Так, что нам надо? Смотрим. Аккаунт, как видите, практически до Минотавра дошел, донатный. Находится в гильдии Металлика. Пропуск битвы гильдии Кик, форты в 12.00, факела 20.45, босс 21.00, 21.03, 5.21.06, WhatsApp на экране. Первые и вторые места битвы гильдии, атака фортов, в гильдию вступление где-то 150-200-250. Так, окей, это наш первый аккаунт. Пробежали на следующий аккаунт, сейчас сразу всех посмотрим. Давайте сразу героя посмотрим, сравним, что есть. Или давайте потом уже. Нет, давайте сразу посмотрим, чтобы приблизительно знать. Отлично, супер, нормально, отлично, ну, отлично. Хорошо собраны герои, как для такого доната, в принципе, очень-очень неплохо. ВРЖ есть, Бигфут есть. Так, ВРЖ уже практически прокачан, но вариант будет либо Рино, либо Бигфут на новый талантик. Ну, возможно, ну, стрелок тоже прокачан. Возможно, что-то выбьем интересное. Так, окей, поехали на следующий наш аккаунт. Самое главное не запутаться. Так, надо будет все-таки потом окнами настроить, не заморачиваться с этими переходами. Так, следующий аккаунт у нас моего подписчика Тимура. Так, что ему надо? Плюшки есть. Плюшки есть. Находится в гильдии Crystal Bank. Первые и вторые места битвы гильдии атака фортов. По поводу вступления писать в Telegram собачка Ники. Так, вступление где-то, ну, смотрю, 200 тысяч силы, вот так вот где-то примерно. Так, что у него по алтарю? Донатный однозначно, да, хорош. Варлок, надо талант. Фрея, ну, такое себе, ложный выпад, не тот талантик для нее, но сойдет на первое время. Бастион, отлично, супер, хорошо, отличненько, супер. Только зачем здесь грубая сила, я не знаю, возможно, так выпал, но это жесть. Отлично, отлично, отлично. Ну, огненка стоит. Пойдет. В общем, неплохо, неплохо, ребят. Тоже донатный аккаунт. Так. Прайки не вижу. Ну, тоже определимся. Так, окей. Поехали на следующий аккаунт. Много у нас будет переходов, к сожалению, но ничего не сделаешь. Так. Коронован вот так вот. Аккаунт моего подписчика.
Павел, так, это он нам дал, да. Находится в гильдии Даркзар. Друзья, проходим битву гильдии. Всем удачи. Не знаю, какая у них сегодня битва гильдий. Наверное, напутствие на будущее. Так, 43 участника. О, тут с 300 тысяч, смотрю, даже стартует. Ну, 150, думаю, нормально будет для вступления. Кидайте заявочки, аккаунт. Тоже практически до Минотавра доходит. Вот так вот. Все по чуть-чуть уже добираются до Минотавра. Поэтому Минотавра это уже, ребята, не донат даже. Отлично, отлично. Нормально, 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 нормально. Нормально, Фрея есть, супер, супер, нормально. Ну, я вам скажу, тоже очень-очень неплохие прокачки. Здесь даже неплохо так все смотрится. Будем уже по выбиванию героев смотреть. Как видите, все практически до Минотавра доходят. Там уже некоторые, конечно, перешли, но где-то плюс-минус. Так, окей. Ну и четвертый наш аккаунт. Тёма предоставил нам его, да. Будем с него начинать. Так, что у нас тут есть? Самый слабенький с этой команды. Без донат. Вот так вот. Три донатных против без доната. Пишите в комментах, как вам потом будет в итоге это месиво, не знаю. Три против одного. Накопленные самоцветы. Вот так вот. Находится в гильдии Рус. 123, факела 2045. Раньше кик, атака фортов, БГ пропуск. Кик, мат, кик. Вот так вот, первые, третьи места. Так. Ну, я боюсь сюда заходить. Да ладно. Смотрите, Фрея. Стрелок. Ворожей. Ну, я считаю, очень-очень неплохо. Афина есть. Для бездоната... Хорошо, очень даже хорошо для начального, для такой силы, тем более. Так, 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 так. Ну что, поехали. К самому интересному будем приступать. Поговорили мы, теперь пора и поролить. Так, нанять. Посмотрим сейчас удачу. На бездонатном Фрэнки сразу падает. И я так думаю, что он у нас недостающий. Не знаю, там, видите, что-то подвисло. Уже подвисает этот Нокс от аккаунтов. Бог Грома. Варлок. Интересно, интересно все. Ну, рандом. Что-то на бездонатных аккаунтах нифига толком не падает. Зато эктоплазма, смотрите, сколько этих падает. Друид. Сколько там? Афина. Так, я не помню, Афина там достающая, недостающая. Посмотрим. Сноу Зила. Ронин, отлично. Гаргул. Так вот даже. Ворожей. Сноузила. Склада не хватает уже. Тыква заклинательница. Дракос. Еще один Фрэнки. Ну, под конец Влад Дракула. Начала давать. Два, три. Ну, я вам скажу, неплохо. Очень и очень даже неплохо. Так, смотрим, что у нас тут есть. Друид, тыква. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Около 20, ребят.
насыпало очень и очень прилично, я вам скажу. Достойно, достойно. Теперь посмотрим, что у него есть, чего у него нету. Так, ну что, Афинка у него есть, это повторочка. Ворожей есть, еще одна повторка. Тоже, в принципе, неплохо. Заклинательница тоже есть повторочка. Ну, короче, моему повторок сейчас только Фрэнки надо проверить. Фрэнки и Ронин. Фрэнки, Ронин, Гаргул, Варлок. Так. Гаргул есть. Вот повторочка. Вот Фрэнки. Фрэнки, 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 Варлок. Варлока тоже нету, что ли? Отлично. Отличненько. Ну, тут, конечно, выбивать приятно, потому что тут аккаунт еще не настолько. Ну, Фрэнки есть. Ронин. Так, Ронина надо проверить срочно. Еще. Ну, супер, я считаю. Смотрите, Фрэнки, Ронин, Варлок. Поздравляю. Неплохо даже. Как по мне, очень даже неплохо. Единственное, одержимого мы сейчас не получили. Так. Что у него тут с талантиком? Ну, можно, пока не вкачанный, можно сюда поставить. Однозначно будет очень-очень даже неплохо смотреться. Так, ну что, поздравляю тебя с твоими героями. Забрал это все, поехали на следующий аккаунт. В общем, донат показал, как надо. Поехали. Точнее, донат, без донат. Поехали на донатные аккаунты. Так, что тут у нас? Павел, да? Да. Поехали ролить сразу. Бум, бум. Так, включаемся. Афина Медуза. Еще одна Афина. Это уже 5. Ну, я так считаю. Но это просто же третья Афина. 7. Это жесть. Короче, ребят. 8. Сноузила. Хранитель. 11. 12, 13, 14, 15. Ну, блядь, это просто эпик. Тут тройной читинг называется. Просто подряд три героя падают, сразу повторки все. Конечно, если бы они были нужны, я не знаю, посмотрим. Но уже 15, 16, 17, 18. Походу, этот аккаунт, ребята, пролетает. Павел, прости, но не судьба, походу, вообще. Где-то уже 20, 21. Навыбивали, конечно, это просто жесть. Читерный аккаунт. Повелитель бури! Так, а ну-ка, что там? Блять, ребят. Повелитель бури недостающий. Афина недостающая. Мы их столько выбили. Бигфут, ворожай еще нужен. И Анубис. Это просто жесть. Этот аккаунт, наверное, на сегодня самый везучий. Со всего. Фрэнки. Паладин. Еще один повелитель бури. Вот кто батя Роллинга. Асура. Я херею просто. Фея. Ну что, я не знаю, что тебе сказать. Ну, поздравляю, короче. У тебя тут полная жопа теперь с прокачками. Короче, навыбивали Афин, навыбивали хранителей. У него тут он уже переведен. Но Афин навыбивали однозначно. Плюс аккаунт донатный. Повелителя бури 2. Ну идем просто ради интереса сейчас посмотрим. Жесть. А, ну нам тут так... Асура.
Повелитель бури 2, Фрэнки, 3 Афины, Тесса, 4 хранителя, ну, не считая там остальных, просто не покажет нас, у них есть. Но вот так вот, ребят, вот вам результат. Вот, наверное, на сегодня это самый топовый роллинг, самый такой читерный получился. Просто жесть. Короче, первых два аккаунта, походу, вообще в пролете. Так, поехали, третий аккаунт наш. Тимур. Тимурка. Окей, открываем тебя. Инвокер. Уже показывал донат, именно тавер есть. Все отлично по героям. Практически тут таланты, конечно, надо менять. Ну, тут достойно, достойно. Достойные талантики. Короче, поехали. Что нам тут надо? Ой, мы-то максимум не забрали. Давайте вернемся Бэриком. Заберу акцию. На второе перейдем обратно к нему. Ну, в общем, блин. Читерный аккаунт этот получился какой-то. У меня даже так не падает на моем. Насколько здесь подкрутили читы. Так, собрать. Собрать. Так, отлично. Поехали. Так. Третий аккаунт. Ой, что-то я не туда зашел. Ой, что-то не то. Уже Нокса перегрелся, походу. Так, окей. Вот он, инвокер. Находится он в гильдии. Я уже показывал, какой. Короче, я вам все уже показывал. Поехали, блин, хочется сейчас паролить здесь. Что же сейчас у нас будет? Тык. Блять, Асура упал сразу же. Да ладно. Просто я читер и все. С первой же тычки. Душегуб. Дальше все не так. Леди Лео. Пусть будет 3. Бульдозер 4. 5. Атлантикор. Всадник. 6. Ну. Семь. Друид для акции неплохо. 8. Сноузила, бульдозер. 10. Пусть будет где-то так. 10. Я уже сбиваюсь со счета, потому что еще очень-очень много роллингов. 12. Ну, тут явно падает хуже, чем на двух предыдущих аккаунтах. Ну, я не знаю. Это имба еще одна. Я просто не знаю. Просто баян, а не роллинг. Самый баянистый, наверное, роллинг. Со всего еще и ворожай упал. Просто как-то очень жестко и хранитель. Ну, явно похуже, чем там, но по имбовости, наверное, тут Фрея перекрывает полностью все. К сожалению, она здесь уже есть. Но это вторая Фрея. Ворожай тоже там упал. Так, герои, посмотрим. Так, ну тут он донатный, тут мы. Анубис у него есть. Ну, в общем, видеть, Асуру выбили. Вот Асура, Фрея еще даже повторка. Асура, походу, у него недостающий. Если я не ошибаюсь.
Короче, блин, 4 на каждом аккаунте по-своему, и это, в принципе, очень круто. Да, Асура здесь недостающий. Так, окей. Собрать, собрать. Одержимого, видите, здесь не выбили, к сожалению. Ну что, поехали. Поехали на следующий аккаунт. 3 аккаунта просто в кайф, честно говоря. Даже несмотря на то, что на этом аккаунте немножко хуже упало, выбили недостающего героя. При донатном аккаунте недостающего героя выбить очень сложно, потому что это не так, как на обычном аккаунте, что все, что не упадет, будет в кайф. Ну что, Павел, поехали. Тут тоже донат почти до Минотавра. Здесь, видите, Минотавра нет, как на предыдущих. Ну, поехали. Рыцарь. Королева Гарпии. Так, 3, 4. Фея 5. Варлок 6. Одержимый 7, 8. Одера за 2 считаем. Девять, 10, 11, друид 12, атлетикорд 13, ну где имбы 14, но тут 15. 16, 17, ведьма даже есть. Но я не знаю, кто тут недостающий. Тут мы все, что выбили, все есть. Стрелок. Фараон. Противовес пошел уже к предыдущему аккаунту. Сердцеедка. Да, блядь. Это пиздец, ребята. Это, наверное, самый топовый роллинг на 4 аккаунтах, что я сделал, и то, что вы видели вообще в битве замков, даже перекрывает тот роллинг, который был там у нас на начальном аккаунте. Это просто жесть. Вот это вот 4 аккаунта, и на каждом аккаунте просто... Просто фак, реально. Я даже не знаю. Честно скажу, я даже не знаю. А, он уже даже забрал это все, что ли? А, это типа мы получили, видите, бах. Забрали все. Просто забрали весь коллекционер еще на этом аккаунте. Ну, идем просто посмотрим. Стрелок есть. Фрея. А Фреи-то нету. Вот вам недостающий герой, блядь. Короче, я, честно говоря, не знаю. Тут донатный аккаунт, и там донатный аккаунт, и там выпал недостающий герой. Да, в третьем аккаунте меньше выпало, на первом аккаунте. Короче, ребят, пишите в комментах под этим видосом там циферку 1, 2, 3, 4. И там в конце недели будет там у нас базар на выходных. По количеству комментов, который аккаунт, по вашему мнению, хуже всего, там бездонатный первый, возможно, но там упали топовые герои, если так брать. Там вообще нападало дохренище. На втором аккаунте тоже нападало дохрена всего, то, что надо. На третьем аккаунте нападало меньше, но упал там Асура, там тоже там аккаунт более прокачанный по сравнению с этими. Ну и тут, конечно, просто, блядь, выпало просто мега. Пишите в комментах номер аккаунта, там первый, второй, третий, четвертый, который, по вашему мнению, заслуживает на ход конем, и мы это сделаем уже, когда придет время. Все, подписывайтесь на канал, всем удачи, я в шоке, всем пока.